Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Андир. Недавно я пересматривал видео из рубрики «Мое мнение» и заметил, что там много воды и разных странных телодвижений. Как по мне, они отвлекают от моей речи, которая состоит из слов паразитов и так далее. Думал я, как же мне решить эту проблему, и вспомнил о человеке, известного как Харак. Те, кто был подписан на мой прошлый канал, знают его. Он разбирал темы в стиле маразма, но озвучивал все с помощью Google-говорилки. Возможно, это зайдет, и я буду выкладывать видео из рубрики «Мое мнение» в таком стиле, на фоне игры, с музыкой и, главное, с фудажами и доказательствами. Так как на слово никому верить нельзя. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был снова я, Александр Андир. Увидимся в следующем видео на просторе интернета.